Короче, Туннель этого места нету. сегодня Биг Дэм будет говорить, кто там что танчит, кто что делает. Потому что я и так на хиле проебываюсь, не сильно круто рэлю. Вот, кинь епашки, вот ты А, да, касательно. вот я и думаю, что я забыл сделать, нахуй. Бля, Хорошо, что ты замуть ты его. напомнил. Теперь уже Биг Дэму нельзя сказать, блядь, хули ты фонишь, нахуй. Так что, блядь, пиздец, нахуй, смотрите осторожно, нахуй. Терпите, блядь. Одеваем бомжей. Все это нельзя, можно. Не, знаешь, меня в свое, что, в свое время... Я могу КП, да, всем давать? Ну, блядь, если это обоснованно будет, можно и подавать это. Это все круто. Но в свое время я вагонился так же. Ну, конечно, все там говорили, хули ты вагонишься, это все. Не, ну я камни вставлял. Я вставил обычные камни на стамину. 5 штук. Ну-ка, сейчас посмотрим. На магии? У них я в натуре на стамину, смотри, нахуй. Ебать, там в говно одетый просто, ебать, 174-й бич. Я же понимаю, что мне надо, блять, много хп, чтоб не сдохнуть. Зашел 170-й, вышел 240-й, да? Так бывает, но не всегда, блядь. Надо... Что-то Масхона нету, я же хотел Масхона в первый рейд, а появился на связи. Ну что Масхон, что на связи, в принципе, для первого рейда, заебись. Это... О, челики какие-то плюсы. О, фон, пошел фон. Это не у меня, это у Раиста. Чё? Видишь, Холи ДК, это новый приз на штыце. Я могу ему место уступить просто. А он как играет вообще? Он в Диссе? Он говорит, что он здесь ни разу не был, но... Это плохо, ну, да? Нового учить. Тут ничего сложного на ДЦ нету. Но ты а это... есть еще маги в гильдии? Да, магов мало, что-то, блядь, заходите на магов, у кого есть. Что-то, блин. Я бы почилил просто. Так, ты почилил. Можно тоже зайти на мага. Эй, я через 3 минуты зайду. Кто? Эй, я? Ёбаный урод. Это, нахуй. Маги, кто-то пойдет в субботу с вас? Что-то дохуя прям вас, блядь. Может, тут пару штук. Магический. Магический рейд. Как он? Слышите? Бен Силлер, Трул Д, Врей. Врей ты не любишь, ты, я знаю, нахуй. Это, Бен Силлер, ты сможешь, да, в субботу? Бункер, сори. Надо поспрашивать, кто субботу может, чтобы взять пацанов. Ну, так вот, Бен Стиллера на субботу. Допустим, что можно взять? Хуй знает, Кирсори, да, взять? Давай попробуем. Ой. Так, Кирсори, допустим. Ворлд тебе надо сегодня или ты в субботу можешь? Так, Вихрь может в субботу. Лёха, личку глянь. Так, вот надо ворлда взять. Вихрь может в субботу, вот его на субботу, а ворлда возьмем. Вот так вот. Ворлда сюда. Теперь остается вопрос. Так, вихрь на субботу. Я могу на субботу тоже. Ты уже не можешь. Холи ДЦ, ты тут, в Дисе? Это... Ну ты на ДДЦ умеешь играть, да, щитки нажимать, там вот эту всю хуйню. Целка знаешь тактику? У него в принципе и это, и у него и полик есть, поэтому там, ну на хиле там ничего сложного нет буквально, то есть там единственное, блядь, что есть, это глыбы нахуй выносить. Ну а ты будешь в субботу? Я, да, скорее всего. Ну то есть, я могу почилить, но мне ничего отсюда не надо, я так. Так, помочь. Ну вы тогда на субботу тогда ходит ДЦ. Не, ну за ИП же все равно идем. Ну да, за ИП, типа, но просто я сижу. Если в субботу вдруг как-то не получится по каким-то причинам, скажите, я ИП дам. Так что это. Все, кто на запину ходит, это все подразумевают. Но я могу в субботу все равно на это на роге пойти. А это еще так можно было? Можно. Что можно было? Я просто пару РТ так проебал. Оставался на замену и. Ладно. Ну, это, если вы сидите на замене, вы, грубо говоря, уже должны получить ИП. Если вы... И на замену, ну, я не так сказал, типа, уходил, чтобы, ну, что магов дохера было.
Да ладно, хер с ним. Смотрите, это ваше ИП. Ну, если один персонаж, и ты сидишь на замене и идешь в субботу потом уже, то есть в тот же рейд, который мы пошли сегодня, ты получишь там уже ИП. А если у тебя два персонажа, ты можешь получить и на замене, если ты в конце рейда плюсанешь на одного перса, и на второго уже пойти и в субботу. Вот так можно. Вот влажный. Ну это уже спрашивать, блять. О, это я в сове пойду. Так, важно. Берем сейчас еще кого-то попросим на субботу. Кто может в субботу? Желательно маги, потому что вас дохуище. Кирсорин, ты один вар. Нет, ты уже не можешь. Давайте, время идет. Это. Маги какие-то могут на субботу. World не может, Ролде не может. Это. Домен, Свистофляга в Рей. О, этот. Свистофляга в Рей. Кто с вас может на субботу пойти в эти же самые рейды? Столик. Бля, я вряд ли смогу. А кто сможет? Ты на присте. Свистофляга не может? Не могу. Ну, кого тогда? Роги, давай Рогу, может, какого-то. Какой Рога сможет в субботу? Идера, Седжу. Сможете? Не, я вряд ли смогу. Идера. Криптоп тоже не может. Бля, а кого тогда? Боголь запихать. Блять, охуеть. А совы? Мэтфокс или Равист? Мэтфокс, ты сможешь в субботу? Ебать, что не будет? Равист в субботу сможет, но в субботу просто Хурик будет собирать осколки. А на ГМ могу спокойно отойти. Как раз поужинал бы. Я могу уйти в субботу. У тебя же тоже Мишка есть. Ну да. Слышишь? Да. Вот. Ну я давай. Потом. Там все равно медведь нужен будет. Давай так тогда. Давай, ты можешь на субботу. Можешь портал поставить? Допустим, давай так. Дайте портал. Так, столик есть. Так, тогда даю рыбу. Ну все, получается, что Синтек, Геншин, Вихрь на субботу подразумеваются. Там. Блять, это... спасибо. Спасибо. Ну, что, ты не нажал еще портал? Ну, протонись камнем. Да, еще не поставили. Маги, сука, вот их спрашиваешь, вроде как, блять, все. Да нет у меня реагентов, блять, он там нахуй 5 магов. Так а при чем тут ты? Вон 5 магов. Я кручу. Уже челик портанулся. Уже челик портанулся. Сам. Мифик, давай шкаф. Тут людей нету нихуя. Не все из 25. Стоим. А где Синтек? Синтек ушел. Куда? Чилить. Я вместо него буду. Да ебаный. Я в субботу буду тогда. Может, ты сегодня пригодишься, посмотрим. Лингрен, тебе лучше босса танчить или трэш? Лингрену трэш. Я на боссе красуюсь. Давай, Хукмастер первый, на связи второй, ты третий. Лингрен трэш. Четвертая пати, там посмотрите, пожалуйста, меточки стоят, короче, на кругляшочках, где стоят мобики, где откуда лучики кастуются, там, короче, на ком какая меточка, тот кругляшочки закрывает. Это Троллд, Давакин, Мифик, Равист и Волд, Вов, кто там? World Flex. Короче, вся четвертая пати. Вроде не объебался, Ромбик есть, там зеленая метка. Давайки, не круглый шок. На маге. Звездочка. На Рависте. И Луна на мифике. Нахуй мне СС дали. Чтоб не сдох вагон. От того, что я умру, от того, что я встану и буду жить, то я не изменился. Да не надо никакой саппорт на ЛКшную фласку на ДД и все. А у ХС это кто? Это новый какой-то, да, Ретрик? Угу.
Хрис, а ты умеешь, да, этих скелетов, которые там это ферять, их там дадут на них кирку вставать? Давайте на них пройду чат. Изгнание зла вытаскивай на панель. Будут скелеты, 4 штуки. Вот. Вот, короче, там будет, наверное, какой-нибудь ДКшник под босса, если скелетики гриппи. Там давай хукмастер, если что, там будешь, там я поставлю. А хуй я что поставлю, мне макросы нет. Ладно, я так поставлю, черепок. Любого, короче, скелета там, когда скажу, гриппнешь под босса, там какой ДКшник свободный будешь. А ты феряешь то, что под боссом скелет, я скажу, надо будет его ферять до полусмерти, короче, чтобы он не это... людей не поубивал, которые стоят под боссом, убьют его. Стан ему даешь, там, роги ему стан дают. Ты его феряешь по КД, просто фернул, опять фернул. То есть можно даже его не бить. Давай, готово. Все, все готово. А что он, блин? Блять, косты не назначим, надеюсь, там сами покекают. Блять. Нам кукмастер может бомжей отдать, чтоб не... Не успеваем, 10 секунд активация босса. Да, сейчас надо это танки бегите, уже босса ловите, а кто Линкрен, наверное, забирает трэш, который остался, он сейчас исчезнет потом. И погнали. Геру спала? Да, спала давай. Пока все живые. Сейчас он нахуй сюда мажу, блядь. Сейчас там РДД печать Махтеридона будет, смотрите, нет. Ману не проебите, пожалуйста, это на кого кинется. Он на 3 хилах печает Махтеридона. 3 секунды там. Ну сами следите, если не будут хуйня анонс. Заанонсите, как куб нажимать. Да, я скажу, через 40 секунд надо получать. Влажно, на тебя печать Махтеридона, сейчас вот 2 секунды не кастуй, чтоб ману не проебать. Через 10 секунд кубы будут, уже можете бежать, РДД на кометке. Ну что там, кругляшок, ромбик, звездочка, трусы, луна. 4 секунды до кубов. У нас там. Что, скелеты же, да? Вот это вот, по-моему, посередине. Треугольник, треугольник, прожми! Треугольник. Все, все, отпускайте, 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 блядь, сдохните сейчас. Вот одного скелета, вот этого череп забирайте под босса, вот этого. Череп поставил, заберите под босса. И все, давай его череп херяй, пока да я вот от белых хуевин отходите, чтоб нет.
она ему дала. Вы череп добиваете, давайте нам еще один череп потом сюда. Че, милишники вы убьете? Нет моба, который под боссом стоит, вот этот вот, который ходит, я на него сейчас еще крестик поставил. Квадратик на него поставил. Трол свежит. Черепок убивает сейчас. Еще одного грипните, типа, пожалуйста, там под этого, под босса. Чтоб милишники его бить могли. Кубы. Кубы, да, есть. Охуеть, уже кубы, нахуй. Уже кубы. А мы еще скелета не добили, блядь. Те же самые. Еще одни скелеты. То есть вот сейчас череп под босса грипаете. И все играют, блядь, по черепу абсолютно. Все, кто в мили-зоне, играют по черепу. Грип, если есть у кого ДКшеньки, грипните, пожалуйста. О, у нас крест умер, блядь. Равис Мэтт Фокс, это мордаун, ты креснешь, когда это? Когда он из ангела превратится в обычного. Давайте шустрее. Череп еще один под босса забираете, грипните. Кубы. Так, сейчас кубы будут через 7 секунд. Что-то долго бьете. Да, очень долго. Сейчас беса. Забери с меня на связи. На связи. Ну, я с тебя раньше забрал. Мага просит. Сейчас хукмастер, ты с него забираешь. Сколько процентов у босса, блядь? Забыл процент. 59. Хуя, да хуя еще. Это подводи босса к этому бесу, ну, давай его вешать все. Кто там босса танчит? Босса подведите к бесам, умоляю вас. Мифик умер. Мэтт Фокс, БР, мифика. 55. Мэтт Фокс, мифика, БР. 53 КД. Ну все, у нас только Вайда БР еще. Кого поднять? Мифика? Мифика, ну. Ты хукмастер с него забираешь? Сколько процентов убыл? 51. 50. Давайте быстрее, все, переводите. Уже 12 секунд. Дайте им стан. Дайте там какую-нибудь незыбку, сейчас что-нибудь такое. Сокро отдал. Стоймер, блядь. А у Мэтт Фокса БР у кого? У Рависта или у Мэтт Фокса БР? Когда хотелось? Ну, у меня. Ты же мне сказал БР. Да. БР, а у Мэтт Фокса куда БР делся? По мане что-то думайте быстрее. Да. Надо тотем. Влажный. Ставь тотем на ману. А мордаун гимн на ману кастуй. Ну и по инерам закиньте по... Вот он. Да нормально там все. По шаманам закиньте, да, и Гравис закинь по влажному, а Мэтт Фокс закинь по... Я шифтер вливал, когда у него была половина. Они печати хлопают, поэтому на нуле сидят. Они не видят на себе печать. Сейчас на шамане печать, если тебя... Ну у него и так ноль там, похуй. Он и не кастует, потому что у него ноль, нахуй. Рейсфейс, видишь на себе дебаф, братан? Видишь? Напиши плюсик в чат.
Ну давайте, я не знаю, гимн на хп там, Мардаун, там давай, давайте какие-то. Я уже давал. У нас там. Печать на Мардаунте и на Рисфейсе сейчас. Не проебите ману последнюю, у вас и так ее нету. Встаньте босса, полупите чуть рукой. Мардаун, ближе подойди, я тебе дам инер, к боссу подойди. Дам сокру. Шектор, у тебя там маны есть. Танков только не проеби. По полная мана. Че вы, блядь, не хилите Девакина? Да ты хули ДЦ виноват, блядь. Разлёгся, лежишь. Чилишь. Ребят, ищите место там, где нет огня. Даже в лоб бейте ему. Залил ману Мардаунту. Красава, блять. Там сейчас шаманы, блять, оба пустые. Видите, автоатак не был за хули, я вам скажу. Что-то меньше стал бить намного этой хуйней. Ну и мы тоже стали меньше службы, блять, видите, хули, вот вы же стоите, мишки урод лутают, ну. Там хилы и так у нас страдают. Шектор. Пистофляга, как дела там, блять? Охуенно. Мардаун, на тебе печать там не проебе. Там... А, ну там нехуй проебывать. Дам сокру. Сдыхает в основном из-за печати. Печать плюс ОЕшка. Да проморгал, блядь, зарано начал кастовать. Сейчас на трех хилах печать висит. Мерзко, понял, такая. Тут хилить нечего, блять, а вы без маны. Так печати похлопали. Смотри, какой дамаг. О, верса пошла. Верса, да ну нах. Баблы, нажимайте. Что этот же откатилось? Геры, добав. Хорош. 10 минут бьем. Ебать. Круто. Уебись. Сколько оставалось? Это хуйня какая-то. Это все можно поздравить бичей, которые не смотрят на печать Мактеридона. Блять, я вот, ну, с открытия гильдии, вот сколько мы в ТТГ ходили, вайпались там, никто не понимает, от чего вы умираете, блять. Скачайте Вуду, это первое. Второе, напишите в ней печать Мактеридона. Мактеридона с большой буквы, нахуй. И смотрите, и стопайте каст. Если нету Вуду, смотрите в ебучие дебафы, блять. 1, 2, 3 на автомате нажимаете. Сука, ну это вообще хуйня. 6 ДД лежит, мы, блядь, в берсу упираемся. Прикольно. Это вообще несерьезное отношение, нахуй. Мы проебываем время. Мы, блядь, тут столько не должны сидеть. Интересно, как. Блядь, а как настройки ДБМ открыть? А, тут где-то этот же глазик есть. Слэш ДБМ. Да я уже нашел. Спасибо. Рыба внутри. Здесь не внутри тебя? А ДБМ не показывает берс, да, получается? Так его только добавили, вот недавно. Ага. 10 минут. Отправили. 10 минут. Ну, берс. Поэтому по Гере смотреть мы ее с полу даем. Короче, отчет врубите, поехали.
Дебаф, я что-то откатился, значит, не успеваем. Это позор, нахуй, это позор, блядь. Кто там как дамажит, нахуй? Маги какие-то, блядь, может нормальных людей взять сразу, блядь? Маги там, ну, один не дамажит вообще нихуя. Какой? Ну, РЛ, да. Там один. Брей упал, получается. Может, тебе, может тебе зайти на вара, а в целка уже пойдешь магом? Ролд упал. Похуй вообще. Целка побольше Макрой. Бесполезного шмута. А то будешь потом перечаивать. Сейчас так убьем. Откуда бить-то? Просто не сдохните. Где Шектор? Да, просто да не просто, блядь. Как Смо, бить, это Биг Дэн, да? Да. И это... Там главное, вот еще, блядь, скелетов, пожалуйста, бейте. Там, нахуй, два человека умерло тупо от скелетов. Потому что скелеты умирали вечность, нахуй. Они должны умереть, блядь, посередине, блядь, таймера до следующего коста луча, блядь. Они когда, нахуй, луч кастуется, у нас еще два скелета живых осталось. Короче, я вам хочу сказку рассказать. У нас три часа, блядь. Давайте без АФК, блядь. Вот эту залупу убить. Если груль что-то не получится с пару траев, блядь, пойдем целка только. Груля в конце. Мардаун, заходи. Сейчас мы уже должны бить мобов. Готовность сначала проверить. Наш Шектор не готов. И Мардаун-то нас АФКшит. Шектору что-то нужно? Еще раз. Все, все готово, блядь, ну. Ладно, я сам. Эти, пожалуйста, этих, блядь, чародеев, они ебаные големов. Я вот черепок поставил, сейчас вот крестик поставлю, чтобы, блядь, умирали. И косты кикайте тем, кого бьете, то есть чародеям тоже. А то вы хуярите големов, блядь, чародеи живые стоят. Вот череп поставил точечно, нахуй, разъебите череп. Потом еще один поставлю. Забастовка. Череп и крестик умерли самыми последними. Бунт. Бунт на корабле, ну. Бичи на корабле, ё. Тоже как вариант. 18 секунд до активации босса. Шесть секунд до активации босса. Не успели. Порта выпить не успели. Герус, так давайте сразу. Сейчас я бурсты прожму, еще тоже побурстую. И самое главное, это моя грудь, не сорви. А какого-то, да, самое главное, грудь, не сорви. На Шекторе печать Мактеридона 5 секунд. Смотри аккуратно, 3 секунды. Равист поебал, там не получает. Зря.
там в огне полрейда стоит, выходите. Печать Мартиридона на двух шаманах, блядь, стоп-каст. О, влажный. Ну, влажный, влажный, поздравляю, минус полманы, нахуй. Минус 15 тысяч маны, нормально тебе? А, рейс фейсит. Вспышка, 10 секунд. 10 секунд, вспышка, рейс фейсит, на тебе печать Мартиридона, 2 секунды, стоп и каст. Все, спало, теперь готовься там, можешь там кастовать фильм. Тролдера вист проебали манов, да? А, нажимаем этих хуёвин, кубик. Так, а чё у нас луна? А, всё, да, всё, заебись, всё, заебись. Ай, давай сейчас череп ставлю, череп под босса гриппаем и башим его на все деньги. А ретрик, ты его фиряешь, то есть ты его прям по КД стоишь, фиряешь. И не умирайте, пожалуйста. А на шектере печать Мактеридона, 7 секунд. Второго ставлю череп, его грипайте тоже, ну, по возможности. ДК, у кого грип еще не в КД, грипни, пожалуйста, череп, он там, который стоит. И старайся, наоборот, поближе к центру босса подвести, чтобы, блядь, можно было бить РДД, блядь. На связи не спи. Алло, блядь, босса в центр поставьте, хули все, РДД, блядь, играйте по черепу. Какого хуя вы бьете босса, блядь, и не ебучий трэш, нахуй. Сейчас будет следующая, скоро уже вспышка, через 10 секунд. Трэш опять живой, блядь. Вспышка через 5 секунд, готовьтесь нажимать. Следующий череп бьем. Нажали на кубы. Кто у нас там сейчас? Все сейчас не босса бьют, уёбки, сука, а два скелета добивают. Вы чё, долбоёбы что ли, блядь? Скелетов добейте, я вас умоляю, нахуй. Череп стоит, нахуй. Вы сейчас идете, вам надо бить демонов, у вас скелеты стоят, хуярят, блядь, рейд, нахуй, не дают подойти к демонам. Демонам косты кикайте, пожалуйста. Ебашим череп, РДД бьют череп, милишники бьют крест, блядь. Милишники бьют косты черепу, РДД косты кресту сбивают. Соответственно, второму там по возможности тоже подбивайте. Косты босса к ним подведите в упор и кливайте всю эту пачку. На связи ты это должен был сделать еще. А, на шекторе печать Мафторидона, на влажном тоже печать Мафторидона. Маги бесполезные, диспельте проклятие. Бигдем тоже можешь подиспелить, ты дамажишь нихуя. Диспель, а 10 проклятий на рейде, нахуй. Я не выставлю на эту кнопку. Сейчас. Выставлю. Бичи, блядь. Вообще не играйте, какую-то хуйню исполнять. Сейчас, блядь, возьму всех замены, нахуй, и пойдете чилить. Самый маленький ДПС, вот эти маги новые, нахуй. Проклятие диспель, не дай бог, у вас проклятие не будет. Домен вообще лежит мертвый, нахуй, нихуя не делает. Кубы, кубы. Нажимайте. Что за флот, блядь? Сори, бля, это я уебок в лужу нахуй. Доберитесь меня. Сколько процентов у босса? Так, я с тебя хукмастер заберу. Босса, тащите, пожалуйста, к бесам. Хули вы его так далеко уводите? Луну подмените, если что. Я подменил луну. Ага, сегодня надо. Печать Мартиридона на Аракафейсе, или печать Мартиридона, смотри, не проеби ману. 2 секунды. Вы трэш-то залейте, дайте АУЕ нахуй. И когда сейчас мало хп будет, ретрик гнев небес нажимай. 10 секунд, вспышка. 1%. 3 секунды. Кубы. Пробуйте его перевести, чтобы кубов не было. Да там портал, когда исчезнет, мобы луна не будут появляться. Нажимайте. Луну, луну, да. Нормально. Сейчас пару скелетов выйдет все равно. Он 2 успела выйти. Сейчас может даже 3 успеет. Череп сразу убивайте. Всех двоих череп подойдет, череп под босса грипнуть. Ретрик также его фиряешь. Босса, босса, в звезду босса тащи.
и череп убиваете. Череп ферряете, ферряете череп. Второго скелета добиваете. Нищик опять умер, блять. Печать Махтеридона. Так я просто не бил даже. Я просто бежал. Не может быть. Ну вот, я тебе серьезно говорю. И даже мне не написано, что у меня вот печать Махтеридона. Все хорош, блядь. Не хватит. Что там? Мэтт Фокс, у тебя БР есть? БР не нафиг, пусть дамажит. Там давай я тебе Холи ДЦ там гимн на ману, там шаман какой-нибудь Ракафейс, поставь там тотем на ману. Я не вижу нихуя, конечно, если у вас нет. Что потом вижу стоит. Дим тоже дали. Шо, блять. Че, кастовалось что ли? Но кастанул, блядь. Это, я думаю, без меня справитесь. Мы уже один раз справились. Да нет, тогда дохуя ДДшников лежал. Так вот, если что, для справки, до берсы 3 минуты. Чуть больше 3 минут. Это значит, никто не должен сдохнуть. Еще домена надо резнуть. У меня есть БР. Ну, он только у тебя есть. Так, а я с на связи, да, забирал? Да, да. После БРа можете Геру дать упавшим. Надо пока выстроить свет. Снятие проклятий. Сейчас резну. Захильте его. Если как-то ману их узнают, дамаж. Залил нордаун. Целая минута осталась, чтобы его убить. Это странная хуйня. А тебя не выпало нихуя. А вот на МП5 надо тебе триню нахуй. Будешь давай еще. А чё нет-то, блядь? Неплохая приняла. Может хилам? Да не, хилам надо. Всяким шаманом. Там как раз печать хлопнул, триню эту включил, нахуй. Так. А когда печать есть на тебя и жизнь отвод, оно считается? Вот, что, типа заказ или нет? Мгновенные косты не идут в счет. Потому что это не каст. Там требуется именно, чтобы у тебя была эта полосочка. Ага. Ну тогда я вообще не знаю. Я выбегал с огня,
и как раз и хуй, и мне бах, 26 тысяч или 20 прилетело. Я то с ней не мог бы даже касать. Ну ладно, хоть с ней пидорасом, короче. Ты, наверное, что-то кастовал все равно. Нет, я бежал в этот момент. Я ж не могу так бежать и кастовать. А вдруг ты встал на секундочку, кастанул и дальше побежал, получил ебал. А не мог от скелета умереть от ОЕшки, это его нахуй ветерка. Я посмотрел... Ну да, чьё на входе стоит? Я посмотрел урон, и там 20 тысяч нахуй. Это значит, он что-то кастовал. И уже похуй, кто там, чего, как там, блядь. Кастовал, и все. Проебался. Ну я понял. Ладно, сейчас я секунду отойду. Какая-то мышь конченая убила здесь на выходе. Вот, за Сибирь. Стоит здесь. Пизд, дым дадим, да. Не знаю, я на выходе уже ужал звездопад, пробежал на расслабу. Минус 8 сделал и побежал себе дальше. Поэтому нас и убивают. Зато я блинки пофармил. С одного страфола минус 8. Ну да, здесь рейди за Сибирь тоже. Вот бы так на ТГ нашел старофон. Ну. Короче, засуманить. Засуманишь теперь меня. Сейчас пока долечу, блядь, снос. Вечность пройдет. Да нормально все будет, не переживай. Ты быстро долетишь. Ты да. Думаешь, что быстро долетишь, а ты долетишь быстро. Да, и ПГП вот мастер. Там, по-моему, у трех людей нету аддона и ПГП лутмастера, я когда смотрел. Да, по ИПГП, ну, соответственно, если вы первый раз в рейде, вы ничего не заберете. Ну, только если что-то ненужное. Ну, печеньки, они по 200 идут. Грид это распылить вроде как. Да там новая версия аддона, русский язык. Это можно написать, похуй. Сейчас, ну, обычно на печеньке в рейде вот человек по 10 есть, кто печеньки лутает. Это считай, и при том, что это из рейда в рейд. Вот так вот 6 печенек стало падать, уже поприятнее. И 6 человек, считай, забирают. Бывает 1-2 человека. Ну, один человек 2 штуки забирает, если у него, ну, приор падает там на 2 строчки. Главное, чтоб там это, палы, присты, брали печенье. Ну это подготовка к Гере, вот эта хуйня, это вся. Бля, я заблудился, а вот. Я на двоих, короче, поставил там. Два ДКшника и пал у тебя есть. Каст собьет кто-то луне. Ну, Лингрен, допустим, на этом. На маге. А на этом кто он, блядь? Еще ДКшник на локе. Да не, она ресает нормально. Тринька это. Сейчас вот похилишь королей, увидишь. Вытаскивайте диспел на панель магии, чтобы проклятие снимать. Это. Сколько у вас там? Ладно, миф одну минутку курнет. Одну минуту. Хилы не будут диспелить, они будут захиливать. Вадикона сумнул Девакина. Ну, последний сумман пошел трэш. Ярить.
Не, ну у меня очко сгорело с этой хуйни, конечно. То, что сотку ярости довольно, это вообще такой бред. 10-минутная берса. Это вообще пиздец. Типа, с обжигания не 40, а сотка, да, будет? Угу. Сразу. То есть, типа, каждое обжигание надо будет за спину забегать. Да. Да. Иначе 40 тысяч дамага. И ночевай. И оно не делится. Иначе вам пизда. Ну или иметь очень-очень дофига рецейла. Массово. Нихуя, там пет чей-то пивозавр танчит, нахуй, охуеть. Агро набрал такой, блядь. Пивозавр. Вообще. Бульбазавр, я выбираю тебя. Смотрели покемонов, нет? Этих. Там, где. Ну, там, где эти. Они нахуй шарики. От тебя вообще не ожидал. Шарики кидали, нахуй, короче. И из них там какие-то, блядь, животные вылазили, нахуй, там всякие разные. Это же такая дичь, нахуй. Самое, пацаны, было печально в моем детстве, когда я этот парик дома кидал, оттуда ничего не вылазило. Тебя где-то доебали, да? А когда ты его кидал в окно, оттуда вылазили пиздюли, да? А еще с палками, да, в виде автоматов бегали в детстве, блядь. Не, ну с палками-то в виде автоматов, ладно, но то войнушку играли. Или с луками, нахуй, или с мечами, ебать. Не, мы с палками бегали. Не, но потом-то появились пистолетики с пульками. Это адекватно. Это вообще пиздец. Самое трудно было в детстве, когда ты с палкой бегаешь, типа автомата. Это не убить, а доказать, что ты убил. Вот это да, надо. Да. Это самое сложное было. Если доказать. Не получается доказать, поебал даешь нахуй и все. Палка это же. Убил нахуй. Убил нахуй. Че ты пиздишь, блять? Я тебя убил нахуй, да ты меня убил. На сосульке вместо воды мороженое. Всего. Ностальгический рейд. Кукмастер Луну. Лингрен Крест. На связи. Знаешь, как стаки скидывать с черепа? Рейд кому за 30 или чё? Там надо будет... Зелёнкой? Ну, да, зелёнкой на 5 секунде. Когда 5 секунд на тебе остаётся, нажимаешь. Он обновляется со 2 до 3 секунду стаки. Короче, я чилил, ладно. Хуя там метки расставляю, блядь, сижу на... Ты же всё, блядь... Не чилишь, ты не спелишь. Трул ты. Без меня тоже всё решили, блядь. 4, 3, 2, 1. Что у нас за новый инс появился, ГШ? Что там у нас? Крош. Ретрик на огонь, возьми ауру какой-нибудь. Ну, я считаю, неплохо. 1500 ДПС. Вполне неплохо. Идешь к успеху. Догоняю милишников, которые покажу. Сейчас дамаг будет по рейду, че, как вы будете захиливать? Есть им сейчас. Несетка, давай хукмастер. Лок. Геру. Надо Геру, наверное, и захуячить его всем вместе, там, все миличники, РДшники. Интересно, тут берса есть? Ой, блядь, надо же проклятие, да. Нахуй. Проклятие диспелим. Первый по 100 ИП получит, кто больше всех диспелит. Маги, совы. Ну, и тут бы Бигдем задумался. Так нечестно, блядь. Неделя на хосту кого-нибудь попроси, блядь, чтобы быстрее диспелил. Я нахуй нажимаю, блять, и они уже здеспеливают, понял, блять. Так их там так... дохуя. Влажно, чё ты, там ваны мало у вас. Я слов. А они печать Махтеридона ловят там. Нет, тут нет печати. Давай, значит... Они до сих пор ловят. Костный яс есть? Ладно, пока ещё подпросадим.
немножко. Конечно, висит. Этот Мэтт Фокс по влажному залей инер, а Ровист по рейсфейсу. Сейчас еще под просадим. А, нет, отвисло. Крош. Ебашит. Мастер, у тебя не зубка откатил. На связи у меня есть. Дать? Хорошо, нет, нет, скажу, когда дать. Готовься, блядь. Ну как готовься? Через 40 секунд надо будет это. Уже через 30 даже. И, наверное, это LinkedIn Марс Сакру нажмешь вместе с незыбкой. Вы там есть? С бомбами в рейде стоите, как бичи, нахуй. Бомбы-то выносите, ну, нахуй. Ну это же все знают, это же, что это на ком бомба, ее надо. Знать-то знают, блядь, только они ее не видят и не выносят. На маги, на маги, на World Lexic, по-моему. Этот, на связи ты там стоишь на Луне. Там на Мэтт Фоксе бомба была, на Шекторе. Нет, бомба, я, на Мифике бомба. А. Давай незыбку, 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 давай, и Мэтт Фоксу давай, Лингер, наверное. Чтоб никто не умер. Таким здорово. Еле-еле. Хорош. Че войда проебете? Фокмастер, не проебывай каст молитвы исцеления, на всех боссов захиливает. Че, добьете гроша? Да нет, конечно, но... Че, так мало ДПС? Конечно, блядь. Ну, хуёво. Да не, должны, ты че, сейчас добьете? Там еще экзекутка. Дамажит, там экзекутка сейчас добьете. Вообще похуй, я ледяную стрелу кастую одну и все. Это там какой-нибудь. А, бомбы у нас. Тролл, Давакин, Мэтт Фокс. Вы будете из рейда выбегать или вам вообще похуй, блядь? Блядь, это... Два хила, два шамана у нас тоже с бомбами. Выйдите из рейда, блядь. Ладно, братаны, но вы немножко неправильно играете. Вот вы тотемы отдали, а гимны не отдавали под них. Вот влажные в частности. Сейчас только ждать, когда у друидов лестница мана. Давайте, захиливайте. Тотемы. Давай не зыбку хукмастер. Влажный сам отдал. Вот крипток, поздравляю, сдох. Ложный выпад нажимай в следующий раз на этом косте. Сука, чуть-чуть не добили. Два раза меньше дамага получишь. Давай по олму. Вашу. Я приготовился диспелить нам. Интересно, на этой хуйне есть берсан 10 минут? Да. Да? Да не должно быть, ты чё, тут босс не хуйня на 10 минут. А, ты же писал вроде на всё. Костя, Костя писал. Там на Гугле и на Махтеридоне только. Я же скидывал. Я видел, почитал, только не помню. Вроде на всех читал. Ну, слепоглаз, да, плюс вот эта уешка от кроша тебя ебанула. Вот если бы ты минус 50 нажал ложный, у тебя уешка бы так хп не съела, и ты бы выжил. О, опять олм активен. Ага. Все упали нахуй. А где этот Косноярск? В смысле, висит. Бля, не, почему он просто упали? Он потому что второй раз открылся подряд. На королях нету берсы. Только на магике и на руле. Не на, красноязычие висело. Я говорю, потому что он второй раз открылся, как слышно, прием. А я второй раз тоже обновил. А смысл, нету смысла. Не, он собаки-то не исчезли. А, он за каждую живую собаку дает 10 тысяч урона, блять, по рейду. Вот тебе и есть. Каст закончился, он баф получил. Если бы бафа на нем не было, то он бы не давал урон. Собаки бы исчезли просто. Бывает такое, да. Никто не застрахован. Этот, братаны, вот шаманы, давайте, вот смотрите, у вас два приста, влажный, ты ставишь одновременно с холи ДЦ, кооперируйтесь, между собой общайтесь, либо в голос говорите. Не по отдельности вы это не даете, это и ресает очень мало. Смотри, когда у вас меньше половины у всех хилов будет, тогда ты сдаешь. И мордаун с этим, с рейсфейсом. Только это вместе делайте. Значит, в ПМ... Ну, сейчас же было, сейчас ты темп поставил, шаман, я прожал гимн под ним. Ну, это ты поставил, а он до этого дал, просто так. С гимном надо, влажный. Ты с холи ДЦ, а мордаун с рейсфейсом. И делайте это, ну, вместе одновременно. Пиши ему там, ставь или читай. Лучше сначала читать начать и через секунду поставить тотем, чтобы он полностью порезал.
Ладно, больше на 20%. Ну и на рам, от фоксера, виз заливайте ПКД, вот выберите себе шамана и заливайте, только не в одного, блядь, все заливайте. Шаманы быстрее просаживаются. Если кому совсем хуёво будет, к воиду подойдете, я вот в луне буду стоять. Всё, все готово. Хорош. Эти бомбы выносите из рейда. Там на мордаунте, на систофляге, на сейджи, на криптолке, на эдере бомба, на влажном, на мордаунте. Ролд, Даваки, Недера. Нам нужно. Даже. Сейчас готовься, надо будет скоро не зыбку нажимать. Нажмешь хукмастер, когда скажу. Нажимай не зыбку, хукмастер. Бат заебал летать. Так подальше станет кеглера. Бать, стрела вечность кастуется. Вот давай, влажный ставь, холи ДС читай на ману. Тимлер. Милики, только не проебитесь, отбегите, а то сдохните. И из миликов ни одного тут не вижу, кстати. Вы вообще бить будете, милики, или вы думаете, вы пришли в инс постоять, нихуя не поделать? Да, нахуй надо, они сейчас подойдут, он молнию кинет, убьет, блядь, полрейда, ничего страшного. Да. Ну, да ГП нахуй будет сотка, блядь. Этого босса бить надо, вот Зулджина в Зуламане убиваете, там вот такая же хуйня, такая же вертушка, тут такая же хуйня. Так же отпрыгиваешь, вот оббежал, подбежал, бьешь. В Зуламане можно выпить, спасет. Оббежал, и тут спасет. Нет. Что, ты пробовал? Я пробовал. Я не хочу секунду бить и 5 секунд стоять, зачем, спасибо. Ну да, я говорю. Ну, он же вроде АОЕшкой считается, это хуйня. Он заново открылся. Вот, давайте, ебаш. Лучше скажи, кто умеет его бить, пусть бьет. Ну, судя по всему, умеют QXS, нахуй, и Кирсори, блядь. Остальные решили, блядь, просто так постоять в инсте, блядь. Остальные решили не спахнуть и не получить 100 ГП. Можно и за АФК, блядь, ГП получить так-то. То, блядь, конечно, весело, нахуй, давайте, блядь, стоять. Ну, давайте, хуярьте. Отбежал, подбежал, играем. Вот и гоняшки, нахуй, не нравится. А хули ты думал? И все, коту масленица. Коту масленица. Лог открылся. Паула. Ну, давайте Геру хули. Красноярск поешь и не забудь. О! Еще вот эти мастер, пол... братан, сбивай каст. Рейда, блять. Или что, у тебя промах был?
Там у него магический, он может промахнуться. Там лучше какого-то рогу оставить, который бы помогал ему тикать кассетами. Что-то хуёво проклятие диспелится. Охуенно диспелится, я даже не успеваю нахуй диспелить. Показалось, значит. Свиньи, дайте подиспелить, блядь. Оставьте хоть что-то подиспелить. Но... То никто не подиспелит нихуя, блядь, то, блядь, все задиспелили. Все хотят стоять, блядь. Свиньи, стоп. Говорит, блядь. Ну все, я сейчас мага. Что, забери его, блядь, это, да. С бомбами выбегайте, там Равис, Вадикон. Да я и так стою отчужден от всех. Влажный. Криптолог. Холи ДЦ, Мифик, Вадикон. Криптолог, Кирсори, Дера. Холи ДЦ, влажный. Влажный холи ДЦ. Опять холи ДЦ. Врей, Вадикон. 5 холи ДЦ. Сакру дам. Давай еще не запухлил, хопмастер. Активен трасс, я помас. Силы сухие. Ну, есть у этого. Вот Рейс Фейс Тайф Тотем, Мордаун. Да, уже вроде подняли. Вот, ну, Рейс Фейс, где твой тотем? Ты ставил? Просто смотри, вот гимн, а вот только сейчас поставил. Вон тотем стоит, там сильная хуйня такая. Я что-то смотрю, таймера не было. Хофмастера закиньте, а то он сдох. Каплю дал. Каст главный сбейте, фундамент. А я сам. Нордан, ты как-то экономим там нахуй. Да я стараюсь. Подойди ко мне, идти, Нордан. Да ладно, забейте, нормально, Дрогинс. Красноярск там по нему. Давай погнали диспелить, блять, пока все не диспелили. Что там добьют сейчас этого раза, да? Да, вряд ли, наверное. Ну, если сейчас все бурсты нажмут, должны. Там и под геры плохо приснесли. Да. Блять, как народ за 100 ЕП диспелит, блять, что пиздец, на. А ты, короче, с танка сразу диспель. Их обычно забывают там на секунд на 10. Это уже я делаю. Рависта не проведешь. Не мою тактику. Моя тактика не отдал. Равист выигрывает беспрецедентно, блядь. Там вообще, блядь. Кегли. О, добивайте. Ага, блядь. Опа. Добивайте нахуй. Олма добивает такой. Ну, раньше не было такой хуйни. Типа, если на нем висел Красноярск, нормально висел, то он, блядь, не убивал никогда, даже когда второй раз активируется. Потому что он каст заканчивал. Так часто он не активировался. А как сейчас, он добился? Сейчас Киглер активировался. Знаешь, не было, но. Значит, что-то кто-то слакает, блядь. А кто-то может слакать. Варлок какой-то, наверное, у нас тут слакает. Ну, не знаю, наверное. Да, заебали на всех вообще боссах Красноярск висит. А нахуя на всех? Ну я на всех вешаю, кто-то говорил там, что типа нормально. Нет, я надо вешать на тех, кто активен, а на этого, на кроша не вешать. Ну я вешаю вот на всех, но в приоритете у меня волн. Я по КД вот так раз, два, три обновляю. Дамажу, раз, два, три. Его не надо обновлять. Ты вот его повешал, блять, и он висит. Если ты его будешь обновлять, будет вот такая хуйня, как вот сейчас вот было два раза уже. Ну я то есть... повесил, а если спадает. Но если он спадает, тогда обновляешь. Старайся вешать так, чтобы ты его, ну, не больше одного раза за бой обновлял. И тем более не под конец. Ничего, еще там вообще какой-то тайминг какой-то должен быть.
быть. А, да, он дольше кастит и в конце не наносится дамаг. Ну, либо стоять и ебашить этих собак. Вон, ебашьте собак, у вас роги, эти вары. Я и стоял. Я, говорит, стоял, блядь. Стоял, ебашил собак. Не, да, просто стоял. Что мне еще делать? Ну а что там? Кто дамажить будет? Ну вот давай. Этот Ровист. Кто там? World Flex и Свистофляга. Да, это не диспелят. Трулде, Врей, Домен, Смо. Имет Фокс продолжают диспелить. Дайте пати, я просто зайду на этого босса. Вот шпизда. Да, почему? Подожди. Это же лишение стайпа. Гонки за стайпа. Да ебать. Я шучу. Че, я ебу маску. Все равно бонус один получит. Ну, кто был первый хоть? Ты портанись хоть магом. Где шкаф? Мифик. Да, я смотрю. Значит, не будет ИП, блин. Уже лимит исчерпан. Да, но если не будет, то я с радостью подамажу. Сейчас хуэксы перестали диспелить, но... Понял. Схема понятна, блядь. Я, знаете, так, она будет или не будет? Мордан, ты тут? Да, вообще я такой, что тут поменяюсь, в настройках у меня пиздец полный. Нет, да нахуй надо, блядь. Ну ни то, ни то не делайте. Ни босса не бьете, ничего там, блядь. Да нахуй это соревнование, если, блядь, мы падаем. В другой раз как-нибудь. Да ладно, еще 20 минут побьем. Хули тут обить. Берете и ебашите на все деньги. Я не могу проводить готовность, у меня нет ассиста. Я не могу делать. Так, ну там все готовы были, так что... Чё 5, ты? 4, 3, 2, 1. Ты магию МК дадите, нет? По-братски. По-братски, давайте Геру, короче, и на все деньги, пока все против есть. Любимый лог. А чё вы думаете, бичи, сука, диспелить не надо нахуй или чё? А рейд же умрет от этой хуйни. Ой, диспелить-то это... надо, алло нахуй. ГП бахаем, да и всё. Ебать вы оригинальные нахуй. Золотую середину не понимаете, что такое, блядь. Че там все? А, оу. Докастовал он? Да. Нет, вроде. Ну, он сейчас каст свой докастовал и снова открылся, правильно? Да, сейчас все нормально было. Сколько хп у него? Почти упал. Мало, он умер уже. Все. А, ну все нормально.
27к вместо 1,5 косаря, это сразу стоится. Забрать короля? Да, забери. Там где-нибудь будешь в этом. Ну, где-то там держать. Не, вот, вот тут, где гейзер, держи, сейчас тебе откуда. Ёбаный в рот, блядь, что я наделал? Да, да. Ёбаный ДБМ, блядь. Крош. Я не хочу на груля идти, блядь. Да так-то там сложно, я думаю, ничего нету. Но просто, блядь, забегать за спину каждый раз, когда у него, блядь, печка или жрание. Раз там 40 секунд, это такое. А сейчас это, ну, зыбку дай, хукмастер. Давай влажный тотем, хули ДЦ гим. Ебаная овца нахуй просто превратил меня в овцу. Он всегда первых по ДПС превращает. Да нихуя, он меня в прошлый раз и магом превращал тоже. Ну, на магии я как-то постоял, вообще похуй. Он интуитивно знал, что ты первый по ДПСу. Лишний шот. Да. Он вычислил нахуй просто. Стоит ю, блядь, босс. Там с гильдии не ливал никто. Он же открылся, блядь. Заебись же, таргет свечить не надо, проще. Но доты перекидывает там всю залупу, но... Ой, ты последнее время не замечал, что на совет с турками какая-то жопа началась? У меня со вчера или позавчера вообще затмение не переходит. Я давно просто... не дамажил, я уже хуй знает. ЦЛК, может, посмотрю. Да, ну, вчера это ЦЛК на сроке. 24 коста гнева, 0 затмений. Потом бац. Отдамажил хуй затмение, то снова 20 костов с плюсом. Я хочу. И причем они критуют. Я хочу ПС-ку, я хочу МК, блядь. Так самое смешное, да, не было НК. Резки не было, но НК было. Там из 24 костов сколько? 19 критонуло, я смотрел. Ну тупо затмение не прокол. Не, вот радиус все-таки у этого фаербола большой, блядь. Даже вот, даже автоатаку не могу начать и уже бьет. Вот уже здесь шоттает миликов. Так что туда лучше не подходить. 40 тысяч. А вы там, кстати, бомбы не выносите среда. Стоите в кучке, как бичи, с бомбами. Сейчас будет АОЕшка по рейду. После этого фейербола. На связи, да, аж не зыбку. Давай, не зыбку. Он же. Так, надо хули ДЦ пока смотреть.
Ну камни красные я вижу уже дохуя, даже вон глаз химеры, блять, или что это. Заебись. Камни вообще топовые, у него все красные стоят. Красавчик. Это значит будущее есть у него. Красавчик. Красавчик. Вообще молодец. И в пример мордаунту, блять. Целкашное кольцо 23 на СПД стоит, ебать. Так надо, у меня сельдали кончились. Понял, блядь. Так купи их, они продаются. Блять, мне денег жалко. Получается, нету. Получается СПДшный холик, да? Ну я еще пока его это, скажем так, смотрю вообще, что как. Я не, что не сильно у меня. Что-то посмотреть. Молитва исцеления, блять, на первом месте. Что-то, ну да, в принципе, тут ауешки-то нету. На локе разве что, на маге мало. Сейчас погоди, я тоже покастую, блядь. Смотри нахуй, как я умею. Видал? Промах нахуй. 1070. 866 нахуй. 1085. 1693 критануло. Видал, какой я сильный, блядь? Что-то мана просаживается, блядь, уже половина нахуй. Да, 1070. Я себя залей, ты же дрыгнет. Ты уже заливал мордаун, блядь. А, пизду. Стою почили лучше. Весь вопрос в двух шаманах этих. Надо понять, как они что соображают. Сейчас целка посмотреть. Вроде какой-то рейс, по-моему, ходил, а вот влажный. Влажного мы, по-моему, брали на реча, да? Надо быть уверенным в шаманах. Они там не сильно одеты, наверное. 260, в принципе. Ну Т4 нету у этого, у Рейса. Рейс, тебе либо 4 Т10 собери, либо... Чё, у тебя ОД нету или что, не вкуриваю? Хотя бы 4 Т10 собери. Ну а у этого, у влажного, 4 Т4 есть. Т4, да, выбивай. Есть у влажного, этого, Рейсфейса 4 Т10. Влажный хост... Ну, камни пиздец, конечно, вот эти по 20, параша пиздец. Как мы тебя в геру вообще взяли? На тридцатник надо менять все это. Походу в обычке пока ходишь, потихоньку меняй. А чё, лича убили, кстати? Нет. В обычке, да? Ну вот у этого, у Рейса получше камни. Вот надо камни, чтобы как у Рейса были. Ну, пуха говно, конечно, щит говнище. Тебе надо, вот который ты выбрал. Ничего, потихоньку будет. Мой шаман, получается, лучше вас одет. Хотя у него item level меньше. У меня 1600 хосты там в шамане. Ты жесткий получается. Он тебе Рейс написал этот. Мордаун гимн на ману. Мордаун. Осуждаю. Моментально осуждаю. А я не помню, какой у тебя хил, ну. Хилишь что-то где-то. Не, ну надо апать спеки, надо ну, доводить до ума, чтобы было красиво, блядь. Чтобы не было помойка какая-то. Вот, милики, отходите, там аура иссушающая. Хорошо, надо будет кота доводить до ума. Я что точно его болт забил. Кто-то, кто больше дамажит, он там. Седжу пускай останется, Кирсори. Ты будешь типа это, каждый раз местонужденного спекаться? Не, я нашел, как сделать в Зандаларе кота адекватного. Я вчера просчитал весь билд и шмот. А я понял, что я такую здесь соберу.
Ебать. На зонтик говно для котов. Он не мешает. А чё, никто не видел? Может, им хп добавили? Что-то долго бьется. Да не, просто бичи в рейде. Дамаг пиздец, хуйня на. Да, у нас будет нормальный дамаг, что мы будем шотать просто. Ну маги, смотри, вровень идут. Лесенкой. Да, мы будем все ходить мейнами. Маги... Вот спина на мага упала. Молчи, блядь. Ну нахуёво. Да, на мага. Дай голову на транс, если никому не надо. Транс. Пойдём в стрелка, нахуй, может не пойдём на грула там. Шаль. Я тоже думаю, шаль. Блядь, давайте груля и, ну, потом на потом оставим, короче. Я не знаю, там, целка пронесём. Потом в конце пойдем на груля. Никому не надо, что ли? Дай на трансик. А, ну я Лингрену дал. Тебе же еще шапку надо? Вот эту вот, которая сейчас. Мне что-то кажется, что мы в Т5 тоже будем вайпаться. Да не. Не будет. Че, плащ никому не нужен? Нет, там надо было голова, я отдал уже. А, ну все, я сломаю. Мэтт Фокс игрок не найден. Так, короче, даю 800 ТП, пошли в ЦЛК, пойдем, постараемся его быстро пронести. Груля, потом попробуем. После кто-то ЦЛК. Хочет в рейд с замены, кто сидит. Я бы ЦЛК варом пошел бы вообще. Да нет, ты лучше танчи. Кукмастер, чтобы подамажил, он же ДД. Равис, 2 минуты АФК. Свет включу. Ты пошли. Давайте цело. Там это нахуй. С инста выходите, Рейсфейс, Равис, там все это, чтобы сложно сменить.